продолжение военно-патриотической темы. Наш следующий материал о сильных духом, способных на подвиг людях, готовых отдать жизнь, защищая мирных жителей. Воевать на Донбасс отправились более двух десятков жителей Коми. Некоторые находятся там и сейчас. Тем, кто уже вернулся из зоны конфликта на родину, Союз добровольцев Донбасса, который существует в России больше полугода, вручил нагрудные кресты, как признание значимости их поступка. Мы, поскольку сами занимались и гуманитарной помощью, да, и участвовали там в боевых конфликтах каких-то, мы не должны забывать тех, кто были с нами рядом, плечом к плечу. Вот. Должны помнить. Благодаря этому союзу, то, что мы организовали вот здесь в республике, мы хотим сплотить также тех людей, которые также неравнодушны, найти участников, может быть, кто участвовал в данном конфликте, возможно, найти опять же семьи погибших, найти тех, кто, может быть, пострадал. Раньше же СССР был, вот, и Украина тоже входила в Россию, да и как-то тоже по новостям показывали то, что женщин, стариков, там этот, ну, издеваются над ними. Ты решил поехать защищать. 10 человек в Коми уже получили кресты добровольцев. Двое посмертно. Сыктывкарец Александр Рогов полгода воевал в рядах ополченцев. 3 раза был ранен. Вот он в сюжете Первого канала ставит свечу за погибшего товарища. Это не по-человечески. Как можно по храму стрелять? Сегодня вон тоже пацана пошли смотреть. Царство небесное. Александр Рогов погиб в Донецке в марте прошлого года. Он и освобождал этот аэропорт. Награжден за освобождение терминала аэропорта. Был представлен медалью за боевые заслуги.